Ну что, поехали! На этот раз акцию «Самара в движении» на первомайском спуске набережной возглавил профессионал, чемпион мира по боксу Руслан Проводников. 38-летний спортсмен родом из Ханты-Мансийского автономного округа села Березово. В свободное время зачитывается стихами Сергея Есенина «Любимое письмо к женщине». И каждое утро, несмотря на погоду и время года, Руслан Проводников начинает с 10-километровой пробежки. Не изменил правилам чемпион и в Самаре. Я это сделал не просто один, как всегда, да, а пробежался с такими же, еще раз говорю, сильными и добрыми людьми. И самое главное, мне приятно видеть каждый раз на каждой утренней пробежке, неважно, сколько она проходит. Чаще всего я бегаю в 5 утра, и где бы я ни был, Екатеринбург, Москва, Питер, выходишь на улицу, 4:45, на улице стоят толпа, такие же, как и ты, дураков. И бегут, я говорю, вам что делать нечего, заняться нечего. А они счастливые какие-то. Утро с чемпионом провели порядка 30 самарских боксеров. Совместной тренировкой физкультурники остались довольны. Прямо рядышком. На удивление себе пробежал, вот очень доволен. 10 километров давно не бегал. Нет, на этом не закончу. Еще больше, наверное, мотивации теперь. Ну, энергетика у таких людей всегда чувствуется, конечно. Чувствуется сильный человек. Особенно приятно, что любят стихи Есенина. Организатором физкультурного марафона для самарцев выступил департамент спорта. Каждый день на пляже первомайского спуска работают различные спортплощадки, проходят бесплатные тренировки и мастер-классы. В том числе сегодня с чемпионом мира по боксу Русланом Проводниковым. Все парни будут понимать, что все спортсмены, которые достигают таких титулов, это не небожители, это обычные ребята, которые с открытой душой, с открытым сердцем и готовы дарить свои таланты и помогать расти таких же замечательных спортсменов, как они сами. Вечером чемпион Руслан Проводников будет почетным гостем уже в МТЛ-арена. Там пройдет титульный бой по боям без правил в легчайшем весе. Россиянин Вячеслав Свищев против бразильца Матеуса Сантоса. Всего зрители увидят 14 поединков. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров, «События».